Всем привет, вы на канале Ростиксона. Сегодня мы поговорим про монету Космос или же Атом и как ее купить на бирже Gate.io. Подробно разберем данную монету и, собственно, как ее купить. Но перед началом хотел бы поделиться с вами телеграм-каналом Ростика. Там много всего интересного, много разных конкурсов и розыгрышей. А также там много полезной информации, которую вы не найдете на YouTube-канале. Ссылка будет в описании. Также в описании есть регистрационная ссылка на Gate.io, при которой вы получите вечную 20% скидку на торговые комиссии. А если у вас большие торги, то тогда вы действительно будете экономить приличные суммы. Например, со $100 вы сможете сэкономить аж целых $20, а с $1000 целых $200 экономии. Как по мне, это очень неплохой бонус. Итак, Gate.io — это криптовалютная биржа, работающая на рынке с осени 2017 года. Биржа предлагает клиентам солидный выбор альткоинов и ориентируется на трейдеров из англоязычных и азиатских стран. Gate входит в топ криптовалютных бирж. А теперь разберем монету Космос. Она позиционирует себя как проект, который решает некоторые из самых сложных проблем, с которыми сталкивается индустрия блокчейна. Он призван предложить альтернативу медленным, дорогим, немасштабируемым и экологически вредным протоколам доказательства работы Proof of Work, как тот, что использует биткоин, через экосистему связанных блокчейнов. Среди других целей проекта – это сделать технологию блокчейна более простой и легко внедряемой для разработчиков, благодаря модульной структуре, которая демистифицирует децентрализованные приложения. Последнее, но не менее важное, протокол связи между блокчейнами упрощает взаимодействие сетей блокчейнов друг с другом. Этим он предотвращает дальнейшую фрагментацию отрасли. Истоки Космоса восходят к 2014 году, когда была основана Tendermint, основной участник сети. В 2016 году был опубликован официальный технический документ Космос, а через год была проведена продажа токенов. Токены Atom зарабатываются с помощью гибридного алгоритма подтверждения ставки, и с их помощью поддерживается безопасность Cosmos Hub, флагманского блокчейна проекта. Эта криптовалюта также играет роль в управлении сетью. Кто создал монету Cosmos? С основателями Tendermint, проводника в экосистему Cosmos, были Джек Вон, Зарко Милошевич и Итан Бухман, хотя Квон по-прежнему числится главным архитектором. В 2020 году он ушел с поста генерального директора. Он утверждает, что по-прежнему участвует в проекте, но в основном сосредоточился на других инициативах. Что особенного в данной монете? Важнейшая проблема для части сообщества в криптоиндустрии связана с уровнями фрагментации, наблюдаемыми в сетях блокчейна. Их сотни, но очень немногие из них могут коммуницировать друг с другом. Монета Космос хочет перевернуть индустрии с ног на голову, сделав это возможным. Космос описывается как блокчейн 3.0. Как мы упоминали ранее, его основная цель – обеспечить простоту использования его инфраструктуры. С этой целью набор средств разработки Космос ориентирован на модульность. Это позволяет легко строить сеть с использованием уже существующих фрагментов кода. В долгосрочной перспективе есть надежда, что в результате с ним будет легко создавать даже сложные приложения. Масштабируемость – еще один приоритет монеты. За секунду он может обработать значительно больше транзакций, чем старомодные блокчейны биткоин и эфириум. Если блокчейны когда-либо получат широкие распространения, им необходимо будет справляться со спросом и нагрузкой не хуже, чем существующие платежные компании, а может даже и лучше. Сколько монет Космос или же Атом находится в обращении? У монеты есть необычный общий объем предложения. Ровно 260 миллионов 906 тысяч 513. Из них на момент написания в обращении было около 203 миллионов 121 тысячи 940 токенов. Стоит отметить, что эти криптовалюты не добываются майнингом. Вместо этого они зарабатываются посредством стейкинга. Как обеспечивается безопасность сети Космос? Как упомянуто ранее, Космос использует алгоритм консенсуса с подтверждением доли владения. Узлы-валидаторы, которые ставят большее количество токенов Атом, с большой вероятностью будут выбраны для проверки транзакций и получения вознаграждений. Узлы, которые действуют нечестно, наказываются. В конечном итоге они могут потерять токены, которые были у них в ставке. Теперь разберем, как купить данную монету на бирже Gate.io. Итак, регистрируемся по ссылке в описании, переходим во вкладку «Трейдинг», далее «Спотовая торговля». И в строке поиска вписываем название монеты. У нас это монета Космос, но числится она под названием Атом. И начинаем делать свои сделки.
Также можем посмотреть график данной монеты и видим, что сейчас она потихоньку двигается вверх. На данный момент цена монеты составляет 1990 рублей с суточным объемом торгов более 31 миллиарда рублей. На этом видео подходит к концу. Не забывайте подписываться на телеграм-канал. Там реально много всего интересного. Ну а если же вам понравилось, ставьте лайки и подписывайтесь. А также не забывайте про комментарии. Всем удачи и до новых встреч!